В зале «Аншлаг» творчество Сергея Левина уже заимело массу поклонников в Анапе и за ее пределами. Поддержать автора пришли соратники по литературным объединениям «Парус» и «Авангард», коллеги-журналисты, художники, фотографы, библиотекари и просто интересующиеся литературой люди. К главному событию автор подводил своих зрителей постепенно. Сначала читали стихи из уже известных сборников «Снайпер» и «Просто». Звучали песни, написанные на стихи Сергея. «Я устал от всего, от кого и от того, что в России я свой, в тот же миг иностранец». В исполнении автора строки звучали ярко и мощно. «Автоматическое письмо не мой метод. Я перестал ощущать пряность слов. Исключен из поэта». В отличие от литературного героя, творческая муза Сергея весьма плодотворно потрудилась. Долгожданный сборник рассказов, повестей и сказок представил собой формат необычный. Издание нестандартного квадратного формата богато проиллюстрировано анапским художником Ильей Копаневым. «Нет, не стыдно ни за что, ни за одну страницу, которая есть в этой книге. Она получилась именно такой, какой я ее представлял. И путь к этой книге продолжался долгих 10 лет». И, конечно, зрители впервые услышали из уст автора один из рассказов, давших название всему сборнику – «Космос». Трагическую историю маленького мальчика, растрогавшую до слез. Сборник совершенно потрясающий. Во-первых, он такой необычный, квадратная форма, то есть космос в кубе. Потом очень много иллюстраций. Ну и, конечно же, содержание сборника рассказов. Все в этой книжке для того, чтобы можно было долго-долго углубленно ее читать. Сергей не скупился на автографы. Гости творческого вечера с удовольствием уносили с собой новую книгу, приятные эмоции и частичку космоса этого талантливого писателя.